библя-клуб. Курим жирный. Всем в тренде, все, кто курят газ, всем, у кого полный бар в стаконе, и всем, кто вообще не понимает, о чем идет речь. Да, сегодня мы поговорим о таком объединении, как R&B-клуб. Но, знаете, там от R&B осталось только эти три самые буквы. Я бы, конечно, назвал их трэп-клуб, или плейбой-карти-клуб, или друзья Облы и Федука-клуб. Ну, вы поняли, к чему я клоню. Короче, сегодня мы узнаем, что такое новый трэп на русском. Кто такие Платина, OG Buddha и Lil Crystal. Почему я их могу назвать лучшими, взрывами вот прям пушками этого года. Года, конечно, не такая пушка, как Алена. Пушка, пушка. Но все равно это дико взрывная штука. А также мы попытаемся разобрать, о чем они читают, ведь многие не улавливают смысла. Поэтому присаживайся поудобнее и смотри этот ролик до конца. Кстати, ребят, я решил вернуть маленькую рубрику, где рассказываю вам, что нужно и где можно купить аппаратуру для записи песен в домашних условиях. Сегодня мы рассмотрим бюджетный вариант, а в следующем видео уже качественный. Итак, заходим на e-каталог и выбираем микрофоны. Для самого дешевого варианта нам нужен микрофон со встроенной, так сказать, звуковой картой. То есть, чтобы напрямую подключить его в компьютер, и все, для записи все готово. Поэтому выбираем студийный, конденсаторный, однонаправленный и USB. Итак, сортируем от дешевых и сравниваем три самых дешевых варианта. Странно, что не везде есть чувствительность, но вот в первом варианте есть выход под наушники, а это нам необходимо. Итак, как видим, он подходит еще для стрима, и цена, ребят, 5000, это вообще фигня. Купил этот микрофон, и все, можешь записывать песни. На e-каталоге есть, кстати, еще и обзоры на него. Супер, это отличный дешевый вариант. Добавлю-ка я его в избранное, и кому интересно, ссылку на него я ставлю в описании. Спасибо e-каталогу за помощь в выборе и подборе техники. Курим жирный пушка. Итак, трэп на русском или русский трэп в понимании 2019 года. Что это такое? Есть, конечно же, Big Baby Tape, но это уже не русский трэп, а Russian Translate трэп на русском. Ну вы поняли, да? Фейс, вес, все дела, окей. Тейп уже является чем-то понятным, разобранным и так далее. Но есть обратная сторона русского трэпа, и это как раз таки R&B клуб, и за ним будущее, по крайней мере на этот год. Сразу хочу сказать, что R&B точно заходит тем, кто слушает западный рэп, кто хочет просто покайфовать от музыки и понимать, что такое трэп. Здесь не должно быть много смысла, здесь не должны быть сложные рифмы, главное это вайб. И вот как раз таки у Платины очень круто получается это делать. Поэтому все, кто будут писать, мол, как такое можно слушать, это вообще непонятная фигня. Окей, данный ролик не про рэперов со смыслом, не про техничных MC, данный ролик про современный трэп. Окей? Итак, начнем с Платины. Этого парня зовут Роберт, и ему 24. Про биографию мы много говорить не будем, но хочу обратить внимание на трек, который вышел в начале 2018 года. Задумайтесь, только это время, когда только начинал хайпить Lil Pump. Какой звук уже на то время имел данный исполнитель? Я курю козяк, как будто ини-ини. Все твои друзья внезапно слились. Да. Только я не знаю твое имя, имя, но я точно назову тебя красиво. Чтобы вы понимали, Магнолия от Карти только дошла до России, а этот чел уже взял все интересные фишки и сделал свой собственный русский трэп. Кстати, данный трек вошел как раз таки в первый релиз исполнителя под названием R&B Club, но уже в этом году мы можем услышать полноценный альбом под названием «Опятый круг». И что-то мне подсказывает, что это будет пушка, которая взорвет, по крайней мере для любителей трэп-музыки точно. Если верить Дженниусу, то на фитах мы можем услышать Федука, OG Buddha и Плохого Парня. Ну ладно, речь не об этом, это так, чисто интересная инфа. Давайте попробуем разобраться, о чем считает Платина и чем же он так цепляет, а также оценим его творчество по каким-то критериям. Тлакей дымы, я в тумане, хоу, это сука за них, хоу, я вчера был занят, хоу, я вчера был далеко, хочешь быть со мной, я хоу, курим же, сука, мы ролим, джо. В целом все творчество, что OG Buddha, что Lil Crystal, что Платина, это набор американского сленга, и конечно же 60% текста это наркотики, травка и эдлибы. Звучит это интересно из-за того, что все слова в тексте короткие, много западных и исковерканных, из-за этого создается ритмика и вайб. Я думаю, ни для кого уже не новость, что западный рэп качает сильнее как раз таки из-за языка. Там можно любую дичь говорить под бит, неважно что, главное выстраивать ритмический рисунок. Это как раз таки и делает Роберт. Давайте разберем пару моментов. Это сука Зани. Думаю, тут все понятно. Зани — это Ксанакс. Хочет быть со мной хо. Имеется в виду сленговое слово хоу, то есть девушка легкого поведения. Курим джи. OG Kush — это сорт марихуаны, коротко его называют G. Rolling Joe — это скручиваем joint, ну то есть косячок. Думаю, теперь стало понятно, на что делается упор и как в принципе пишутся текста. Это может быть полнейшая бессмыслица, главное, чтобы качало. Вот вам пример.
мой член. Ой, член, ой, это как мой член. Ой, это мой член, это мой член. Если, допустим, взять трек Bentley Benz и Boomer, там вообще абсурд достигает максимума. Давайте посмотрим на текст. В моем стакане лин, это чистый лин, фанта и бензин, сделаю глоток, сделаю да еще, два бара в моем стаконе. И здесь, как мы видим, просто тупо весь куплет про кодеин. И, кстати, что такое два бара в моем стаконе? Имеется в виду стакан, а два бара это может быть как много алкоголя, ну два бара, я думаю, вы поняли. Либо две таблеточки чего-то запрещенного, two bars, либо две полосочки. Что имел в виду Роберт, знает, наверное, только он. Все, этим можно писать весь куплет. Ну а далее еще про джойнты на районе и так далее. Короче, концепция одна. Наркота, джойнты, суки, все. И несмотря на такой скудный смысл, несмотря на такую простоту, это западает голову и безумно качает. Что еще раз доказывает, что можно делать рэп абсолютно из рандомных слов, но делать это действительно круто. Давайте еще раз глянем на клик Гэнг, чтобы убедиться в этом. Какой можно сделать вывод? Смысл 0 из 10. Вайб 10 из 10. Звучание 8 Big Baby тейпов из 10. И это замечательно. Взять, допустим, того же Playboy Carti, там такой же смысл, такой же перевод, все то же самое. И это слушают, это набирает десятки миллионов просмотров, это востребовано и это в топе на Западе. Поэтому почему бы и нет? Платина заслуживает быть в топе фрешменов этого года. Хотя бы потому, что это можно слушать на постоянку. Взять, отключить мозги, врубить на какой-то туси поугарать. Это зайдет, это заходит на повседневку, это заходит в дороги, это слушабельно. В этом и есть вся концепция R&B клуба. Делать западное, простое звучание на русском языке. Почему за этим будущее? Вот увидите, многие уже начали переходить на такой звук. Обладает его крайний релиз Ice Cream, Kizaru дропнул трек недавно в этом стиле. Куча появляется фрешменов с такими замашками. Один из таких примеров это угадай кто. И если прошлый год был годом мамбл рэпа, то этот год точно за таким вот течением нового русского трэпа. Это факт. А теперь давайте узнаем, как же правильно, R&B в натуре или R&B на туре. R&B на туре, мы твоей подруги в Туле. R&B на туре, мы твоей подруги в Туле. Ребят, здесь все просто. Заходим на Genius и видим, что R&B в натуре. Все. Надеюсь, после этого люди перестанут делиться на два лагеря, мол, где правильно. Есть офис-источник, есть подтвержденный текст, а значит это proof. Поэтому R&B в натуре, ребят. Ну и, конечно же, всем известная фраза про член. У меня 6 детей. Big boy, как янтарь. Вооруженный член. Big boy курит газ. R&B, брат, клуб. Курим жирный член. Салют, my nigga, feeduk, one love. Это любовь взаимна, мы курим огромный блант. Он как нигерская писька. В прошлом своем ролике я уже говорил, откуда это пошло и в чем смысл данного выражения. Да, это сделал Young Thug, причем даже не в песне, а в своем твиттере. И вот спустя так много лет русские рэперы, а именно R&B клуб, подхватили данную фразу и сделали из нее мем. Надеюсь, теперь все загадки разгаданы. Я постарался рассказать и ответить на все ваши вопросы, которые вы мне задавали в комментариях по поводу R&B. Ну а сейчас маленький плейлист для тех, кто не слушал R&B или слышал, но ему вот как-то не зашло с первого раза. Ребят, послушайте эти песни, они действительно очень классные. Я уверен на 100%, что при прослушивании данных композиций ваша голова не сможет устоять на месте уж точно. Мама, брось мне за жирный какомат, я его словлю, поиграю сейчас. Ты же знаешь, я не буду долго ждать. На ногах моих воль. На жестко не чувствую ног. Не нужен был вчера, ведь я был broke. Мама говорит, я пусть бой. Мы едем на ламбо, в окно курим гидропо. Она любит мой музон. Твоя детка хоп, моя мама босс. Кручу жирный стиль и курю горох. Долгий путь как зигзаг, не пытайся слить нас. Две котлеты Биг Мак, только глянь кем ты стал. Сука драет вигвам, деньги чтобы жить в кайф. Папа доказал и картинки снов становятся реальны. Я все тоже только стал богатым. Она родине,
Крики на ногах, будто я звезда. Курим этот газ, value бензин. Это очень годные работы, они у меня в плейлисте на постоянку, и я надеюсь, вам данные треки также зайдут. Полный плейлист вы найдете в нашей группе ВКонтакте. Ну а на этом все. Не забывайте, что у нас есть Инстаграм, где каждый день мы стараемся обновить твой плейлист новой музыкой. А также не забудь подписаться еще на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube. Я в тренде, а не в тренде, мы в тренде, что-то, что-то. Я в тренде, а не в тренде, с нами тут.